Ну что, добрый вечер, sundownaudio.ru, и у нас в наличии Sundown Audio, да, как ни странно, да, небольшой такой перерыв в череде видео про Альфард, про Кикс, там разные другие бренды. У нас наконец-таки наш любимый, единственный основной бренд Sundown Audio. Вот, значит, ну, это пока будет общее видео, конкретные там достоинства отдельных моделей я и там сравнение с предыдущими версиями я выложу чуть позже. Сейчас просто краткий обзор, то есть, ну, соответственно, сразу для всех, значит, наличие ISA-12, ISA-15, V3, это обновленная модель, 750 Ватт РМС, наличие E10-12, E15, V3, 500 Ватт РМС, в наличии, значит, новая для России SD3 серия. Это такие вот динамики для компактных оформлений. Они есть в виде десяток и двенашек. Ну и, конечно же, X8 V2. Такой вот маленький монстрик здесь у нас есть. Вот, в наличии нулевка от Sundown Audio. 100% медь, луженая, там посеребренная, толстая, гибкая. В общем, супер шикарный такой кабель. Вот, собственно, кто уже щупал и видел, оценили по достоинству все эти самые прелести данного продукта. Вот. Ну и, конечно же, межблоки Sundown Audio. Sundown Audio теперь есть межблоки первый раз за много-много лет. Вот. Причем супер качество, ну, по крайней мере, вот, посмотрев и пообщавшись с людьми, которые занимаются инсталляциями, всем очень понравилась и конструкция, и, собственно, использованные материалы. Поэтому посмотрим, как оно пойдет. Вот. Это, ну, если кто-то что-то ждет, там, или заказывал, думал заказать, вот, собственно говоря, оно все есть. Теперь пойдем, собственно говоря, с самого начала, с самой младшей линейки из представленных, значит, соответственно, E-серия V3, обновленная E-серия, она уже была у нас в России, ну, они появились где-то летом у нас, по-моему, вот, в принципе, все оценили изменения, да, относительно там V2, у нас была увеличена катушка, то есть катушка здесь теперь 2,5 дюйма, XMAX, там, по-моему, 15-16 мм в одну сторону. Вот, общая конструкция, там, подвеса, там, также прошит, диффузор, колпак, то есть она очень похожа на ISA-серию. И, в принципе, по тому номиналу, там сейчас номинал 500 Вт заявлен, как бы, но фактически она вот по характеристикам она максимально приближена к первым сабам ISA-серии, которые появились еще, наверное, в 2009-2010 году. Да? Вот, в общем, отличная штука, держит мощность, отлично играет, в общем, всем надо, да. Вот, они есть десятки, ну, соответственно, здесь у нас двенашка и пятнашка в том числе. Вот, я просто, чтобы не загромождать, не стал брать. Значит, следующая вещь, да, это новинка. Значит, такой вот классный динамик, он значительно тяжелее, значит, Ешки. Вот, мотор, как вы видите, больше по диаметру, чем даже у старшей ISA-серии. Здесь, ну, как бы, если вот убрать резиновую эту самую декоративную штучку, видно будет, что там, ну, точнее, мы уже мерили там 220 мм диаметра магнитного кольца. Вот, катушка также 2,5 дюйма. Собственно, ну, кто понимает, в чем фишка данной топологии моторов, можете написать в комментариях, что именно здесь происходит, да, если вы правильно все распишете и красиво, я вам дам какой-то приз. Вот, значит, от себя скажу, здесь еще, ну, как бы обращенный подвес, многие сказали, типа, почему этот подвес приклеили не так, в обратную сторону, там, китайцы наебались, как обычно, в общем, ну, мотор ругаться я не хотел, но, в общем, выразились люди именно так, нет, все правильно, все так и должно быть. Смысл данных динамиков – это максимально сократить как установочную глубину, так и позволить их монтировать как можно ближе, скажем так, к внешним плоскостям. Потому что, например, в Америке очень специальные пикапы, ну, как, в принципе, уже и в России, и у многих под задними сиденьями есть ниша, куда можно установить сабвуфер. Большие сабвуферы, так, к сожалению, не встают, потому что поверх этой ниши, естественно, стоит сиденье. Если туда ставишь динамик вот с классическим подвесом, на больших ходах подвес будет доставать. Вот. Здесь подвес обращен, он, во-первых, изначально габаритно не выступает за пределы динамика, плюс, как бы, он так далеко не выйдет даже на максимальном
смещение неподвижной системы. Поэтому, как бы, даже вот если вы не имеете пикап и желания ставить это под сидушку или иную плоскость, вы все равно оцените это по стоимости, потому что, например, гриль для такого динамика будет гораздо более плоским, чем под любой, там, например, ЕСИ или САСИ или любой другой. Вот. При этом ход у этого динамика достаточно серьезный, то есть он на уровне ИСА, точнее Е-серии. Вот, номинал тоже 500 Вт, катушка также 2,5 дюйма. Значит, в общем, классный динамик, и он, сразу скажу, он оптимизирован под закрытый ящик. Да, его можно будет использовать в фазике, но, естественно, для фазика лучше выбрать либо ЕСИ, либо ИСА. Этот динамик, скажем так, рассчитан на качественное звучание, это непосредственно связано, опять же, с конструкцией магнитной системы и магнитного зазора. Это вопрос, вы должны объяснить, почему, вот, кто знает. Вот, некоторым людям я уже объяснял это, вот, кто слышал. Ну, если сможете пересказать это нужными словами, я зачитаю это. Далее, ну, наша легенда, SA-серия, это SA-12, собственно говоря, классика жанра. Версия V3, то есть, соответственно, номинал для этой версии заявлен как 750 Вт РМС. На V2 и всех предыдущих, как вы знаете, было 600. Значит, там есть изменения, и о них я более подробно и, скажем так, крупным планом пройдусь, когда я буду сравнивать с версией V2. Она, слава богу, у нас есть в наличии, и, соответственно, можно будет наглядно сравнить. Но вот есть как визуальные и внешние, собственно говоря, отличия, так, естественно, отличия внутри, которые, естественно, важнее. Но вот изменен магнитный зазор как по форме, так и по плотности. Вот, изменено охлаждение, вот, собственно, все это в совокупности позволило поднять номинал, вот, и присвоить более высокий рейтинг данному динамику. Ну, все мы знаем, что SA-серия, как, в принципе, все динамики стандартного, выдерживает гораздо больше номинала, ну, вот, поэтому, как бы, в общем, ну, есть изменения, которые, как бы, хотя они в глаза бросаться не будут, но тем не менее они существенные. Вот, существенные достаточно, чтобы присвоить динамику вот, ревизию 3. Вот, в общем, я думаю, скоро SA-серия отпразднует, наверное, какое-то там 7-летие. Да, я уж не помню, когда она точно вышла, надо посмотреть. Ну, вот, в принципе, надо будет написать, наверное, какую-нибудь статейку, которая будет подробно сказать, в принципе, о всех изменениях, которых потерпела SA-серия за все эти годы. В общем, все еще самый лучший динамик своей ценовой категории, недосягаем ни для кого. Вот. Ну, если мы рассматриваем, скажем так, объективное и честное сравнение, поэтому, ну, кто знает, тот уже, я думаю, купил или купит. Вот. Значит, сразу скажу, 15 наличий осталось очень мало, их практически все разобрали, но еще немножко есть. Для наших чуть побольше, но тоже следует торопиться, если вы хотите в этом году купить, потому что в противном случае до, наверное, 2017 года там останется совсем мало, и там уже будет предзаказ, наверное, на конец февраля или марта. Вот, в общем, ну, в общем, все как обычно, да, там 19 мм X-Max, там, и так далее. Вот, супер динамик, очень универсальный, и, в общем, самый-самый успешный. Вот, ну и, конечно, такой вот любимчик, значит, людей, кто хочет что-то отличное от других, да, это Sundown Audio X8 V2, значит, тоже 750 Вт РМС, тоже 2,5 дюйма катушка, и там, опять же, объясняю в очередной раз, потому что многие спрашивают, почему не 3 дюйма, потому что на 8-дюймовой динамике сделать 3-дюймовую катушку с более-менее вменяемой подвижной системой не получится. Вот, то есть ее, ну, как бы собрать можно, но хода там реального не будет, либо, в общем, будет большая нелинейность при смещениях, потому что катушка займет, собственно говоря, все место под шайбой, ну, практически. Вот, здесь у нас ход тоже 19 мм в одну сторону, что очень круто, в общем-то, и, ну, вес у малыша такой существенный, прям скажу, где-то у него коробка, на нем вес он написан, но ладно. Вот, он там в районе, по-моему, 10-12 килограмм весит. Вот, в общем, такая тоже классная штука. Есть в наличии, тоже их мало. В основном под заказ они ехали. Но, опять же, если вам нужна крутая-крутая восьмерка, она есть. Ну вот, ну и межблоки. Вот, по межблокам, я не знаю, нужен какой-то отдельный обзор, там нужно какое-то прослушивание, сравнение. Вот, я пока расскажу именно о конструкции. Здесь полностью разборные наконечники. Очень аккуратная пайка, там термоусадка, все это золоченое. Вот, очень толстые провода экранированные. Вот, внешне плетеный, соответственно, экран
у самого провода, то есть как бы, ну, реально такая серьезная вещь. Вот одна очень именитая студия, не будем показывать пальцем, думаю, сами догадаетесь, заказала их очень-очень большое количество сразу, как только увидела. Вот. В общем, успешная конструкция, это 5-метровые у меня в руках, они есть также 90 сантиметров там. Ну, стандартные американские размеры, все они в футах, то есть там 3 фута, 6, 9, 12, 17, 20 и даже 25, то есть до аж 7,5 метров они доходят по длине, но, как бы, я думаю, самый популярный у нас будет это именно 5-метровые, они фактически 5,2, это 17 футов. Вот, собственно говоря, 2900 рублей пара, вот, можно купить успешно. Вот. Ну, естественно, она в красивой упаковочке идет, это просто вот для демонстрации я одну скрыл. Вот. Ну и, конечно же, нулевка Sundown Audio, ну, вот, тоже многие ждали. Ну, тут я должен поздравить тех, кто заказал ее по предзаказу, потому что цена была хорошей, в наличии бухта 15-метровая стоит у нас 19500, то есть там получается 1300 рублей за метр, что, в принципе, для этого провода очень недорого, потому что уровень, опять же, самого провода высочайший, да, то есть он, во-первых, очень гибкий, и это заслуга не только очень гибкой оплетки, но и самого плетения провода, да, то есть, который позволяет его складывать, скручивать там абсолютно любым образом. Но при этом сам провод там жилы не рвутся, ничего не сминается, как бы все абсолютно возвращается на свое место, то есть он сжимается, как бы, и все. Вот, провод луженый. Написано, что луженый еще также с посеребрением. Я не знаю, насколько это актуально, опять же, для силы, но выглядит, опять же, круто. Вот, и от коррозии тоже защищает. Вот. Так что вот такая вот штука. Количество стрендов 5145. То есть он по фактическому сечению, я думаю, будет чуть больше, чем 50 квадратов. Это, если я правильно помню, при таком количестве стрендов и их сечении, это, по-моему, получается 53 с чем-то квадрата, может быть, даже побольше. Вот, в наличии, соответственно, цвета вот такой вот прозрачный, серебристый и, соответственно, черный. Ну, вот, цена одна, в наличии очень мало, то есть, как бы, если вы по предзаказу, опять же, это не заказали, есть шанс, что вам не достанется, но пока еще они, собственно говоря, есть. Вот, в общем, вот такой вот, это самый апдейт, все это в наличии, все это можно заказать, sundownaudio.ru. Напоминаю, что у нас еще идет грандиозный конкурс типа а-ля Новый год, подарки, призы и так далее. То есть все покупатели продукции Sundown Audio имеют шанс победить и выиграть, ну, во-первых, X15, вот, и другие ценные призы. Вот. Не забываем покупать ничего и оставлять отзывы на Яндекс.Маркете, нам это помогает все. Также там идет конкурс для покупателей продукции Альфар, там вообще суперприз. И, конечно же, для продукции Kicks. Тоже бренд, который мы любим и уважаем. Вот. Такие вот дела. С вами был Гриша. Короче, пишите, собственно говоря, по поводу SD-серии, если вы понимаете, о чем речь. Что здесь сделано по-другому, чем во всех остальных представленных здесь динамиках, кроме подвеса. Подвес это очевидно. Именно я говорю про сейчас магнитную систему и зазор. В общем, кто знает, тот молодец. В общем, супер динамики, я думаю, многие поклонники именно качественного звука их оценят, потому что, вот, ну, потому что, в общем, расскажу позже. Вот, в общем, всем спасибо, и сейчас попробую записать пару видосов конкретно по моделям, вот, ну, а пока наслаждайтесь этим видео.